Многофункциональные центры Подмосковья вернулись к привычному режиму работы. Невакцинированным жителям больше не нужно предварительно записываться для визита в офис. Тем не менее, возможность заранее запланировать посещение, записаться и получить услуги в удобное время сохраняется. Оформить предзапись можно на региональном портале госуслуг или по номеру 122. В офисах сохраняются требования по соблюдению мер эпидемиологической безопасности.